Лапкин представляет Роберта Янга и Бетси Дрейк в художественном фильме «Другая женщина». В фильме снимались Джон Саттон, Флоренс Бейтс, Морис Карновский, Генри О'Нил, Джин Роджерс и Раймонд Ларгей. Музыка на темы произведений Петра Ильича Чайковского. Оператор Хелл Мор. Художник Борис Левин. Художник по костюмам Мария Донова. Автор сценария и продюсеры Морт Рискин и Роберт Смит. Режиссер Джеймс В. Керн. Сегодня, когда я снова приезжаю в Пайн-Клифф, мне кажется, что я все еще вижу крышу дома, затерявшуюся в соснах. Но дома больше нет. Остался ужасающий обгорелый остов, обдуваемый прибрежными ветрами и выжигаемый калифорнийством. Дом моей тетушки по-прежнему стоит по соседству. Я всегда была в нем желанным гостем, но с недавних пор он стал для меня домом страха. Мне было страшно в то воскресное сентябрьское утро. Мне было страшно, когда я услышала стук в дверь. Доброе утро, Эллен. Доброе утро, майор. Доброе утро, Эмилия. Где Кохелен? Джефф, что случилось? Он стал настолько опасен, что может убить вас в вашей собственной постели. Кохелен больше ни минуты не останется в этом доме. Да, в чем дело? Все в порядке, Эмилия. У меня все под контролем. Где его комната? Но... Предоставьте все решать мне. Я позабочусь о Кохелене. Кохелен! Кохелен, откройте! Его там нет. Его нет здесь? Этого не может быть. То есть, я имела в виду, что он должен быть где-то здесь. Я обыщу весь дом. Может, ты все-таки объяснишь, чем вызван весь этот переполох? Эмилия, вы приютили опасного человека. А может, сначала надо найти Джеффа и поговорить с ним? По-моему, это будет честнее по отношению к нему. Затем я и пришел. Пойду в гараж, посмотрю, на месте ли его машина. Что тебе сказал доктор Хадли? Джефф? Джефф, ты здесь? Джефф? Джефф, с тобой все в порядке? Майор, сюда! Он здесь? Помогите скорее! Толкайте! Толкайте дверь! Боже мой, Джефф! Джефф! Нужно вынести его на воздух! Эмилия, вызывай скорую! Ну, Джефф, давай! Давай, давай, держись! Держись! Джефф, если бы я была более внимательна к нему в поезде, уже тогда что-то было не так. С ним происходило нечто очень странное. Я должна была увидеть это в его глазах тогда, когда мы впервые встретились. Привет, Джефф. Привет, док. Пациенты в Лос-Анджелесе? Или просто был на прогулке? Вчера был на званом обеде для врачей, а ты? Пару дней провел в центральной больнице. Надеюсь, ничего серьезного, без осложнений? Если мне понадобится врач, я обращусь к тебе. Нужны были кое-какие технические детали для моего проекта. Большой заказ, на который очень рассчитывает Бен Шепард. Именно. Выпьешь со мной кофе? Нет, я только что позавтракал. Увидимся позже. Джефф, да? Мне не нравятся твои повторяющиеся время от времени симптомы депрессии. Может, заглянешь как-нибудь ко мне? Ну, как-нибудь. Доброе утро, Амбер. Доброе утро, сэр. Подать вам завтрак? Для начала чашку кофе. Да, сэр. Вы позволите? Да. Yeah.
Простите. Ну что же вы, бросаете? Я просто хотел застраховать поезд от неприятностей. Бросая соль через левое плечо? Нет, выказываю уважение к силам тьмы. Силы тьмы? Неужели среди нас есть неверующие? Посмотрим, что скажет о вас чайный лист. Ваш кофе, сэр. Спасибо. Этому меня научила моя бабушка, а ей секрет раскрыла старая ведьма из Ирландии. С тех пор вы пьете только кофе? Это не имеет отношения к делу. Я вижу ваше имя на дне чашки, оно начинается с буквы «Э». Нет. Но чайный лист никогда не лжет. Так, постойте, вижу «Э» и «Н». Ваше имя Эллен. Да? Да. Теперь вы не будете так категоричны? Посмотрим, откуда вы. Вижу много воды, похоже на океан. Где же это может быть? Даю подсказку. Самое большое озеро в Америке. Значит, вы приехали из... Из Миннесоты. Так, теперь посмотрим, куда вы направляетесь. Разумеется, в Пайн-Клифф, иначе бы вы не были в этом поезде. Но кому? Вижу пожилую женщину, имя которой начинается на «Э». Она стоит в саду и разговаривает со своим соседом. Значит, ты едешь в город, и когда же вернешься, спрашивает она его, субботним поездом, отвечает он. У тебя будет очень приятная попутчица, моя племянница Эллен приезжает ко мне субботним поездом. Ну, я же говорил, чайный лист никогда не врет. Даже если он в пакетике. А как же я ее узнаю, спросил я у Эмилии. Просто посмотри на пассажира в вагоне, самая красивая девушка, и будет Эллен Фостер, моя племянница. Чайный лист вас не подвел, и зрение у вас хорошее. Ну, очками пока не пользуюсь. А в какой части острова живете вы? В черных кустах. Агентство Шепарда. Операция с недвижимостью. Президент Бен Шепард. Генеральный менеджер Кит Феррис. Главный архитектор Джеффри Кохен. Доброе утро, Сью. Доброе утро, мистер Кохен. Мистер Шепард у себя? Да, в кабинете. Спасибо. Мне кажется, это место идеально подходит для пляжа. Как ты думаешь? Конечно, Бен. Не помешаю? Заходи, Джефф. Здесь можно разделить на зоны отдыха, а тут отгородить место для выгула собак. Здравствуй, Бен. Приветствую, Джефф. Как доехал? Прекрасно, спасибо. У меня для тебя есть небольшой подарок. Купил в антикварной лавке в Лос-Анджелесе. Привет, Джефф. Привет. Старинная карта прежних владений Испании. Да, и вправду подлинная. Территория Иберии. Вот тут жил дедушка моей бабушки. И именно на этом месте была основана Калифорния. Точно. Давно же твоя семья обосновалась тут. Всего-навсего в 1820 году. Войдите. Извините, мистер Шепард. В чем дело? Сью сказала, что ты здесь. Ты не забирал чертежи перед отъездом? Нет, конечно. Не могу их найти. В четверг вечером я положил их в папку. Но там ничего нет? Они должны быть там. Пойду поищу. Пока, Бен. Спасибо за карту, Джефф. Не за что. Тебе не кажется, что в последнее время наш мальчик не очень-то в себе? Он много работает. Может быть, но... Отличная карта. Превосходная. Посмотри, вот наш пляж. И название для него уже есть старинное испанское «Коста дель Рей». Королевский берег. Но... Надеюсь, он не порвал вам плащ? Не беспокойтесь, все в порядке. Что пришло ему в голову? Он никогда не бросался на людей. Может, он принял меня за лазутчика? Да. Может быть. Это частный пляж?
Нет, просто раньше здесь любил загорать один человек, именно у этого. Тогда я прощаю его. Должна заметить, что вы хозяин особенной собаки. По-моему, это они мои хозяева. Шемрок и мистер О'Грейди. Мистер О'Грейди? Это старое название немецкой овчарки. Просто я выбрал самое симпатичное имя из его родословной. Думаю, мне пора. Пожалуй, я пройдусь с вами. Какой удивительный дом. Вам нравится? Очень. Кажется, будто у него есть крылья, и он вот-вот расправит их и воспарит над морем. Именно этого я и добивался, когда строил его. Вы строили? Да, свой дом. Красивое место вы выбрали. Думаю, все получилось. Если бы он стоял на равнине, то его бы закрывали деревья, а на вершине холма он как часть неба. Сейчас я распрягу Шемрока и провожу вас до дома. Мне нравится, как вы это делаете. Да. Ваш дом мне нравится все больше и больше. Его не разглядеть и не понять сразу, с первого взгляда. Ну, как и людей. Сначала их нужно немного узнать. У вас много друзей? Да, мне кажется, я дружелюбный. У нас в Миннесоте таких домов нет. Можно я подойду поближе? Мне казалось, что вы опаздываете. 10 минут ничего не решает. Можно мне войти? Прошу вас. Даже не знаю, что сказать. Выпьете что-нибудь? Да, спасибо. Шерри подойдет? Да. Какая необычная картина. Это Винсент Торрес, мексиканский художник. Спасибо. Как она называется? У нее нет названия. А что вы на ней видите? Но она нереалистична и в то же время недалека от реальности. Может быть, сад снов. Моих снов. Или сон о девушке, которая живет в этом саду. Тоже неплохо. И постепенно она становится важнее, чем сад. И поэтому искажены пропорции, нарушено равновесие. Возможно. Возможно, именно поэтому женщины всегда нарушают равновесие мужчин. Я ничего не смыслю в современном искусстве. А ничего и не нужно смыслить. Это как музыка. Не стоит копировать природные формы, чтобы пробудить чувства. Ваше здоровье. Мы говорили о живописи. Я говорил о скульптуре. Вас интересует скульптура? У меня есть Севильяно. Что? Севильяно, итальянский скульптор. Я купил эту статуэтку на свой первый гонорар. Хотите взглянуть? С удовольствием. Где она? У окна. Пойдемте, я покажу. Это мой талисман. Называется Хо Тай по-китайски. Шахматист. Он похож... Джефф, мне очень жаль. Может быть, его еще можно склеить? Нет, нельзя.
Наверное, Эмилия уже беспокоится. Я пойду. Да, пожалуй. До свидания. Добрый вечер. Здравствуйте. Тетя Эмилия дома? Я не видела ее. Эллен, ты дома? Ты волновалась, тетя? Нет, я знала, что с тобой все будет в порядке. Но время уже позднее, и я подумала, что ты могла забыть о вечере в танцевальном клубе. Я не забыла. Просто на пляже я встретила мистера Кохелина и зашла к нему выпить бокал шерри. Ты была у него дома? Да, не беспокойся, тетя. Я уже взрослая. Но у него в доме никто никогда не был. Никто? Кроме него самого. И меня. И его невесты. Ты говоришь о миссис Кохелин? Нет. Вивьен погибла накануне свадьбы. Ужасно. Тетя Эмилия. Да, дорогая. Какая она была? Вивьен была самой красивой девушкой в нашем городке и дочкой Шепарда. Бена Шепарда? Бен был превосходным отцом, и не только для Вивьен. Джефф тоже был для него как сын. Поэтому, когда Джефф и Вивьен полюбили друг друга, Бен был счастлив. Он обожал Вивьен, особенно после того, как ее мать... Даже не хочу говорить о ней, она была отвратительной женщиной. Тетя Эмилия, ты сказала, что Вивьен погибла. Это был несчастный случай. Вивьен и Джефф не хотели устраивать предсвадебную вечеринку, но Бен настаивал. В доме собралось так много народа, что Джефф и Вивьен уехали. Через 5 минут машина разбилась, и Вивьен была мертва. Никогда бы не подумала, что Джефф перенес такую трагедию. Он показался мне очень жизнерадостным тогда. В поезде. Иногда у него бывают просветления, но чаще всего он ведет себя странно. Никого не приглашает к себе, никогда не говорит о Вивьен. Мы все страшно беспокоимся за него. Он очень изменился. А как, по-вашему, еще должен вести себя человек, переживший такое потрясение? У него на глазах погибла женщина, которую он любил. Не горячись, моя дорогая. Прости. И не слишком увлекайся Кохелином. На свете есть миллионы мужчин, которые... Каких мужчин? Которые не пережили подобных трагедий. И потом прошел всего год. По-моему, нам пора переодеться. Да. Не хотите ли пойти взглянуть на знаменитую калифорнийскую луну? Мне ее отсюда видно. Но я хотел бы что сопроводить вас. Подумайте о впечатлении, которое вы производите. Я об этом и думал, вы здесь у нас, и не прогуляетесь со мной ночью у океана под луной. Это будет простительно. Не вижу никакого смысла в таких прогулках. Предлагаю альтернативу. Мчаться отсюда подальше на автомобиле. Нет, спасибо. Спасибо, нет. Вы из Миннесоты? Именно. Пойдем в бар, там мы обсудим. Хорошо. Герой. Да, мы уже встречались. Счастливый сердцеед. Да. Здесь все в него влюблены, кроме вас, конечно. Ну что, он просто душка. Не разделяю вашего мнения. Как вы танцевали? Он просто душка. Кит, вы должны сесть и выпить с нами. С удовольствием. Здравствуй, Эмилия. С возвращением, Дэдо. Спасибо. Здравствуйте, майор. Познакомьтесь с моей племянницей Хелен Фостер. Это миссис Феррис и доктор Хадли. Очень приятно. Феррис, это и моя фамилия. Тебя я знаю. Вы позволите? Конечно, майор. Господа, дождитесь нас. Мисс
Вальс — это единственный танец, который я выучил. Не желаете потанцевать со мной? С удовольствием. Ну-с, как идут дела после развода? Хорошо провела время? Восхитительно. Сегодня я получила все бумаги. Свою копию ты получишь по почте. Это необходимо отпраздновать, не так ли? Думаю, да. В таком случае пойдем в бар, я угощу. Да что ты? В конце концов, мы оба по-прежнему веселые люди, ведь так? Конечно. Мне кажется, я не способна на что-либо драматическое. Мы должны прекрасно провести время. Новые ощущения, новые чувства. Как ты думаешь, каковы твои шансы? Бен, за всю свою жизнь я спроектировал столько госпиталей, сколько другой архитектор даже и не видел. Единственный конкурент, который меня беспокоит, это Талбот и Талбот. Не то, что я опасаюсь, что они превзойдут меня профессионально, но их здорово поддерживают политические союзники. В данном случае это не будет иметь значения. Надеюсь, а каковы твои предложения? А я надеюсь, что победит лучший архитектурный проект. Джефф, у тебя нездоровый вид. Стоит ли так надрываться? Неделя была очень тяжелой, но сегодня мы все закончили. Чертежи собраны и завтра утром будут отправлены. Здравствуй, Бен. Здравствуй, старина. Привет, Додо. Привет, Джефф. Там наверху тебя ищет одна из твоих поклонниц. Кто это? Девушка по фамилии Фостер. Ты произвел на нее неизгладимые впечатления. Не ожидал увидеть меня, Джефф. Прости, Додо. Здравствуй. Возможно, поздравить? Да, мы оба вновь обрели свободу. До встречи. Пока. Я пойду наверх, Бен. Здесь становится многолюдно. Слишком долго? Да, я невероятно устала. Вы не знаете, что это за песня? Она называется «Не забывай меня». Да, я вспомнила, ее играли в прошлом году. Ее играют последние 4 года. Что-то случилось? Нет. Просто мне не следовало пить. Извините. Держи. Такой крохотный зверек, а аппетит как у меня. А Джефф так и не появился. Ну и что? У него могут быть дела. Вчера вечером он показался мне очень несчастным. Никто не заботится о нем. Но, дорогая, он уже не маленький мальчик. Ой, как мило. На следующей неделе мы приглашены на фиесту к Бену. Он устраивает их каждый год. Я схожу к нему, хочу убедиться, что с ним все в порядке. С кем? С Беном? А, то есть с Джеффом? Посмотрите на его правую переднюю ногу. Она сломана. Бедный Шемрок. Его надо пристрелить. Как это произошло? Не знаю. Я даже не представляю, как это могло произойти. Подождите меня снаружи.
видели, в какую сторону он побежал? Кто? Мужчина. Какой мужчина? Который прятался в кустах. Вы видели? Нет. Я только заметила, как зашевелились ветки, и все. Никогда не видела более красивых роз. Откуда они? С куста на террасе, они называются Матадор. Матадор? Ну, конечно, они такого же цвета, как шапочка Тореадора. Или кровь быка. Джефф, мне очень жаль Шемрока. Эллен, тебе нужно идти домой. Со мной ты в опасности. Безопасность? Это скучно? Пожалуйста, уходи. Я позвоню тебе. Хорошо, Джефф. Вас на ежегодную осеннюю фиесту в воскресенье, 17 сентября в 7 часов вечера. Чудесный прием, Бен. Я очень рад. Вы не видели майора? Видели его. Там. Спасибо. Извините. Я отлучусь ненадолго. Хорошо. Майор, не хочу лишать тебя общества этих прекрасных людей, но я умираю от нетерпения поговорить с тобой. Чем же все-таки занимается общественный аналитик? Тем более такой красивый аналитик. Я работаю со страховыми компаниями, составляю сравнительные таблицы. Как часто люди ломают руки и при каких обстоятельствах? Ну и какие же? Вы ломали себе руку в этом году? Нет. Но если сломаете, то 2-1, что это будет правая рука. А как в вашей практике, врачи? Ну, по своему опыту я заметил, что моим пациентам необходима помощь именно в тот момент, когда я сажусь ужинать. Эй, подойди. Я хочу поговорить с тобой. Да, сеньор? Не ты ли вчера ошивался около моего дома? Я? Нет, сеньор, не я. Да нет, это ты вынюхивал что-то. Нет, сеньор, это был другой парень, не я. Ну ладно, иди. Интересно, что все это значит? На следующее утро я решила навестить Джеффа, чтобы узнать, как он себя чувствует. И там за кустами у него дома прятался человек. Вы видели его? Нет, но Джефф видел. Сигарету? Спасибо. Вы когда-нибудь занимались в вашей страховой компании психическими расстройствами? Нет, их у нас в списке нет. Как распознать наверняка, кто здоров, а кто болен? Иногда на это очень трудно ответить. Вы знаете что-нибудь о паранойе? Это форма галлюцинаций? Мания преследования. Начинается с того, что человек не может пережить стресс. Нормальный человек, сталкивающийся с неудачей или несчастьем, переживает, но в конце концов побеждает уныние. Но если человек изначально психопатичен, он начинает выдумывать, воображать себе что-либо, вплоть до того, что за ним шпионят. Вы говорите о каком-то конкретном случае из вашей практики, доктор? Нет, я не психиатр, я терапевт. Сеньор доктор, леди Коран на телефон, она сказала, что очень болеть, выехать? Вы взяли адрес? Да, сеньор. Спасибо. Простите меня, пожалуйста. Конечно.
Ты уверен, Джефф? Абсолютно, это он. Я поговорю с ним, если ты настаиваешь. Ты же знаешь, они все на одно лицо. Может быть, ты прав. Этот парень был выше и сильнее меня. Что я мог сделать? Со мной было то же самое, только тот был ниже. Я помню эту историю. Извини, дорогая, я сейчас вернусь. Конечно. Это совершенно необходимо твоей репутации. Бен, мне нужно поговорить с тобой. Конечно, да-да. Извини, Джефф. Итак, мисс Миннесота все-таки любуется. Добрый вечер, мистер Феррис. Зови меня Кит. Наконец-то мы одни в такую прекрасную ночь. Вы всегда так себя ведете, когда выпьете? Перестань, я не дам тебе испортить мне еще одну ночь. Не надо. Милая, не стоит изображать из себя недотрогу. Просто расслабься. Прекратите. Будь умницей. Джефф. Привет, Кохелен. Подглядываешь за нами? Убирайся. Знаешь, дорогая, у него, ты не могла бы оставить нас? Мне нужно поговорить с ним наедине. Оставь нас. Если я еще раз увижу тебя рядом с Элен, сброшу с утеса. Ох, как напугал. Я предупреждаю. Держись от нее подальше, я слишком много про тебя знаю. Ну и что? Ты никогда не откроешь рот, потому что это твоя проблема и твоя головная боль. Мне и не нужно открывать свой рот, достаточно прикрыть твой. О чем спорите, ребята? О том же, о чем все вокруг. О политике. О политике? Кит, окажи мне услугу. Доктор Хадли уехал на срочный вызов, а Додо нужно отвезти домой. У нее разболелась голова. Может быть, попозже? Я мог бы. Не лезь, я с ней развелся. Я ее и отвезу. Это был прекрасный вечер, Бен. Спасибо. Я могу быть уверен, что ты отвезешь Додо прямо до дома? Уверяю, Бен, тебе нечего волноваться. Ну, тогда счастливо. Да, Бен, мне кажется, что нужно присмотреть за Джеффом. Ты не позволяй ему больше пить. Он перестал контролировать себя. Спасибо. Спасибо, Кит. Пока. Доброй ночи. Все еще пытаешься перерезать парню горло? Нет, пытаюсь помочь. Помочь? Что ты имеешь в виду? Не будь дурой. У Бена нет прямых наследников. Столько денег и некому оставить. Разве я могу допустить, чтобы Бен завещал все это Кохелену? Не думаешь же ты, что Бен оставит свое состояние тебе? Мне нет, но я думаю о благотворительности. Я могу прекрасно управлять деньгами. Например, фондом Вивиан Шепард. Как тебе? Даже меня тошнит от этого. Большое спасибо. Большое спасибо, майор. Могу я задать вам еще один вопрос? Может ли конь сломать себе ногу в стойле? Что? Вы думаете, один шанс на миллион? Нет, я думаю о том, что произошло на прошлой неделе. Большое спасибо за информацию, майор. Спокойной ночи.
шеф. Что ты здесь делаешь? Я услышала собачий вой. Я тоже. Ты не знаешь, откуда? Нет. Где-то поблизости, но не могу понять, где. Джефф, послушай. Что с тобой? Он умер. Джефф. Вот и все, что мы могли сделать. Джефф, мне нужно поговорить с тобой. Не сейчас. Прости, я не хотел быть грубым, просто сейчас не расположен к разговорам. Ты должен выслушать меня, это важно. Пойдем в дом. Я слушаю тебя. Сегодня я разговаривала с майором Бэджем. Он не понимает, как Шемрок мог сломать ногу, стоя в конюшне. Я тоже не могу этого понять. Просто несчастный случай. Несчастный. Это не случай, Джефф. А что же? Пока не знаю. Эти розы росли на кусте Матадора. Они были живыми и прекрасными. Теперь они мертвы. Что это? Несчастный случай? Или ты их срезал, и они завяли? Я их не срезал. Весь куст погиб за одну ночь. Без причины. Причина должна быть. На все есть свое объяснение. Может быть. Ты мне и это объяснишь? Взгляни хорошенько. Она выглядит по-другому. Может, дело в освещении? Не в освещении, а в цвете. Посмотри. Да, они выцвели. Ты об этом? Краски стали безжизненными. Твои розы завяли. Картина выцвела. С тобой когда-нибудь происходило хоть что-то обыкновенное? В каком смысле? 65% несчастных случаев — это падение. Ты ведь не падал, поскользнувшись в ванне, не падал с дерева, с лестницы. Ничего подобного с тобой не происходило. Это было бы слишком обыкновенно. Твои же несчастные случаи уникальны. Чего ты говоришь? К несчастным случаям, как ты это называешь. Слишком несчастны твои случаи, чтобы быть правдой. Твоя статуэтка падает со стола и разбивается, когда дома никого нет. Шемрок ломает ногу, стоя в конюшне. Твоя картина выгорает. Это слишком странно, Джефф. Ты хочешь сказать, что ничего не происходило на самом деле? Происходило, но это не было случайностью. Неужели ты не видишь, не замечаешь? Статуэтка, Шемрок, розовый куст, Грейди, твоя картина и, наконец, автокатастрофа в прошлом году, с которой все и началось. 6 случаев, и каждый раз погибает кто-то, кого ты любишь. Знаешь, какова вероятность случайности в твоем случае? 1 000 000 000 к 1. Ты хочешь сказать, что все это не было случайностью? Я пытаюсь объяснить тебе, что молния может дважды попасть в одно и то же место, но никак не 6 раз. То есть, все это было кем-то подстроено? Кем-то, кто ненавидит и хочет уничтожить тебя. Кто это может быть, Джефф? Не знаю. Мы это выясним. Мы восстановим все события, начиная с автокатастрофы. Мы поговорим с полицейским, который писал рапорт о том происшествии. Мы найдем гараж, в который отвезли машину. Мы зададим 1000 вопросов. Эллен. Мы найдем человека, который сидел в той другой машине. Эллен, подожди. И расспросим его, выясним, что он знает. Эллен, ничего не надо. Почему? Потому что я этого не хочу. Почему, Джефф? Послушай. Я не хочу, чтобы ты задавала вопросы. Не хочу, чтобы ты что-то расследовала. Это мои проблемы, и я с ними справлюсь сам. Я хотела помочь тебе.
А ты указал мне на мое место. Тебе не нужна моя помощь. Хорошо, делай, как знаешь. Эллен, выслушай меня. Только не позволяй черной кошке перебегать тебе дорогу. А если все-таки это произойдет, плюнь через левое плечо. Это решит все твои проблемы. Эллен. Войдите. Добрый вечер, тетя. Ты не пожелала мне спокойной ночи, дорогая? Что случилось? Ничего плохого. Но и хорошего тоже ничего. Я видела, как ты вернулась. Ты опять была у Джеффа? Да. Я не хочу выглядеть старой брюзгой, но тебе наверняка хочется с кем-то поговорить. А я все-таки твоя семья. Говорить не о чем. Он меня не любит и никогда не полюбит. Он влюблен в свои воспоминания. Я пыталась предостеречь. Говорила, чтобы ты вела себя благоразумно. Благоразумно? Я люблю его. Я должна помочь ему, если смогу. Неважно, оценит он это или нет. Я знаю. Спокойной ночи, дорогая. Спокойной ночи, тетя Эмилия. Здравствуй, Джефф. Здравствуй, Эллен. Я отнесла твою картину в художественную лавку. Что? Я кое-что узнала, и это очень важно. Если ты приедешь, я тебе все расскажу. Нет, сейчас сказать не могу. Послушай, я думал, ты поняла, что я сам хочу разобраться со всем этим. Не спорь со мной, Джефф. Просто приезжай. Пока. Ну? Что вы думаете? Мне разобраться нелегко. Художник точно не использовал ни масляные краски, ни темперу. Должно же быть какое-то объяснение. Скорее всего, это акварель. Причина выгорания может быть только одна. Длительное воздействие прямого солнечного света. Но это невозможно. Ничего другого мне в голову не приходит. Я могу посоветоваться со знакомыми художниками. Может быть, они что-нибудь подскажут. Среди них есть один из лучших мастеров акварели, который знает об этом абсолютно все. Он превосходный мастер. Рисует собак, лошадей, коров. Моя жена очень любит. Большое спасибо, простите за беспокойство. Никакого беспокойства. Мисс Фостер, да? Я кое-что вспомнил. Как-то я изготавливал раму для художника по фамилии Торрес. На картине была изображена пожилая женщина, играющая на гитаре. Это была акварель. И он продал ее? Да. А человек, который ее купил, лечился ультрафиолетовой лампой. А сеанс он проводил на диване, прямо под картиной. И долго не мог понять, что произошло с его картиной, пока не вычислил, что пигмент краски разрушился от света. Вы не могли бы вспомнить фамилию этого человека? Не думаю, что это был местный житель. А художник, он все еще живет здесь? Торрес? Он умер 5 лет назад. Благодарю вас. Спасибо. Очень странно.
Ты говорил об этом еще кому-нибудь? Конечно, нет. Но кто-то знает, что под воздействием ультрафиолетовой лампы исчезает пигмент. И если мы выясним, кто купил пожилую женщину с гитарой, мы... Ты думаешь? Есть масса более легких способов уничтожить картину. Тогда прочти это. «24 сентября. Уважаемая мисс Фостерс, анализ содержимого присланного вами пакета показал очень высокий процент содержания мышьяка. Надеюсь, что эта информация будет вам полезна». Мышьяк? Я отнесла в лабораторию землю с корнями розового куста. Мышьяк туда попал не просто так. Его кто-то туда подсыпал. Кто-то, кто знает, как отравить розовый куст. Или собаку. Или жизнь человека. Ты действительно хочешь помочь мне? Ты же знаешь, хочу. Тогда забудь. Забудь обо всем. Но в корнях действительно был яд. Это подтвердил химик. Ты не встречалась с химиком. Ты ничего не знаешь о женщине с гитарой. Понимаешь? Нет. Не понимаю. Джефф. Джефф. Твой дом. Я увидела сверху. Что? Он горит. Простите, мистер Кохелен, но мы не сможем спасти ваш дом. Слишком сильный огонь. Привет, дорогуша. Прелестно горит, да? Видно, за несколько миль. Я примчался сюда поближе, чтобы ничего не пропустить. Мне очень жаль, Джефф. Такой красивый был дом. Я рад, что его больше нет. Это несчастье совсем убьет его. Нет, он не появлялся. Ты звонила ему в кабинет? Да, но его и там не было. Подождите. Он только что вошел. Отлично. Пусть войдет. Мистер Шепард хочет видеть вас. Вот он и я. Идет. Спасибо. Сейчас он придет. Здравствуй, Бен. Извини, что заставил тебя ждать. Ничего, Джефф. Мне очень жаль. Я знаю, что произошло вчера вечером. Я знаю, что ты знаешь. Я бы не стал тебя беспокоить, если бы сегодня был обычный день. Но мистер Оргисон специально приехал. Мистер Оргисон представляет комиссию штаба. Очень рад. Это Джефф Кохелен, которого я вам рекомендовал. Да, мистер Кохелен, вчера вечером мы посмотрели ваш проект. Хорошие, чистые, современные линии. Спасибо. Сожалею, но мы не сможем предоставить вам работу. Что? Я собирался сказать тебе, Бен, что мы остановили свой выбор на Телбот и Телбот. Да? Это довольно неожиданно, Стейси. И что же вас подтолкнуло к этому решению? Политика или глупость? Простите. Я бы не сказал ни слова, если бы это был Джефферсон Уин или Эйн Кохер. Но у Телбот и Телбот не рождалось ни одной новой идеи со времен царя Гороха. Полегче, Джефф. Да, они просто политические фигляры и больше ничего.
Вы не могли бы назвать хотя бы одно обстоятельство, хотя бы одну причину, по которой предпочли их мне? Вы не заслуживаете ответа за ваш тон. Но раз уж вы друг мистера Шепарда, я скажу, ни один из членов жюри, включая меня, не может представить себе, чтобы опытный и уважаемый архитектор предоставил проект большого здания без единого решения интерьера. О чем дело? Я приложил 17 детальных планов и проектов интерьера, включая хирургические столы и лампы. Может быть, молодой человек, но нам вы их не прислали. Там не было проектов интерьера? Ни одного. А они не могли затеряться в вашем офисе? Исключено. Каждый пакет вскрывается в присутствии всех членов жюри. Может быть, ты сам их куда-то задевал? А если мы найдем копии, сможет ли жюри пересмотреть свои решения? Невозможно. Контракт уже заключен. Это потрясение, Стэйси. Ты бы знал, как он ждал этой работы. Я понимаю, Бен, но и ты пойми меня тоже. Джефф, ты же не собираешься уехать без меня? Без тебя? Мы же договорились, что я зайду с тобой, и ты отвезешь меня домой. Я не еду домой, Эллен. Что-то случилось? Все случилось. Пойдем отсюда. Бесследно исчезла половина твоих трудов. Типичная неудача Кохерен. Не называй это неудачей. Предположим, что кто-то выиграл пакет из офиса, а потом вернул его обратно. И кто же на такое способен? Кит, он тебя ненавидит. Он всех ненавидит. Настолько, что в этом разобраться может только психиатр. А почему мистер Шепард держит его при себе? Не знаю. Додо тоже могла. Она все еще любит тебя. Она из той же породы, что и Кит. По ней тоже плачет психиатр. Уже поздно. Я отвезу тебя домой. Как ты думаешь, можно... Что? Ничего. Ты можешь ехать побыстрее? Я хочу почувствовать скорость ветра. Хорошо. Вот, мисс Фостер, Джефферсон Стрит, 296. Больше ничего. Спасибо, сержант. Еще один вопрос. Авария произошла на 12-м шоссе, да? Да, в 3 милях от Пайн-Клифф. Большое спасибо. Полицейский участок. Да. Подождите, это вас. Меня? Алло? Мисс Фостер? Это доктор Хадли. Здравствуйте, доктор. Как вы узнали, что я здесь? Мой офис находится напротив полицейского участка. Я припарковал машину и увидел, как вы зашли туда. У вас неприятности, мисс Фостер? Неприятности? Вовсе нет. То есть, не совсем. Я думаю, что вам нужно зайти ко мне. Вы можете прийти сейчас? Я не знаю. Мне нужно сделать еще один междугородний звонок. А после этого? Да, хорошо. Думаю, что буду у вас минут через 20. Отлично. Спасибо, сержант. Пожалуйста. Мисс Фостер. Здравствуйте, доктор Хадли. Проходите, пожалуйста. Вы удивили меня своим звонком в полицейский участок? Я рад, что застал вас. Почему вы спросили меня о неприятностях? Видите ли, я оказался весьма в неловкой и щекотливой ситуации. Ваша тетя уже много лет живет одна, и я решил обсудить это с вами. Присаживайтесь, прошу вас. Спасибо. Я слушаю.
В связи с тем, что я очень хорошо отношусь к вашей тете, то должен сообщить, что она в опасности. Вы тоже. Поэтому я хотел бы попросить вас, чтобы вы поговорили со своим гостем и предложили ему переехать в гостиницу. Я не совсем понимаю, какое это имеет отношение к безопасности моей тети. Я ждал и боялся этого вопроса. Я не вправе говорить об этом. Человек, о котором идет речь, не мой пациент. И даже если вы... Доктор, отбросьте лишние слова и скажите мне то, что хотели. Вы правы. Перехожу к сути. Я вынужден сообщить вам, что гость вашего дома, мистер Кохелен, параноик. У него налицо все признаки мании преследования. Ваша тетя и вы – две беспомощные женщины, наедине с человеком, который может стать опасным в любой момент. Мы не можем допустить. Могу я задать вам один вопрос, доктор? Конечно. Вы говорите о мании преследования. Это значит, что речь идет о вымышленных событиях и вещах. Совершенно верно. Но его собака отравлена. Дом сожжен. Это не фантазии. Я видела все это своими глазами. А вы знаете о канистре с бензином? О какой канистре? Которые полицейские нашли на пепелище. Это необычная канистра. Такие продаются лишь в одном единственном магазине на острове. И эта канистра была продана Джеффу в прошлый понедельник. Откуда вы знаете? Шеф полиции рассказал мне об этом сегодня утром. Я ничего не понимаю. И это еще не все. Труп собаки был эксгумирован. В нем обнаружили большое количество ядовитых веществ. И это после того, как хозяин пса купил большой пакет ядохимикатов от сорняков. Вы хотите сказать, что он отравил свою собаку и поджег свой дом? Это невозможно. Ни один здравомыслящий человек... Вот именно. Здравомыслящий. Но зачем? Почему он это делает? Послушайте вот это. Как только чувство вины устойчиво закрепляется в подсознании, пациент может причинять себе вред или ущерб, как наказание или расплату за свои поступки. Подобные поступки совершаются в состоянии почти полной невменяемости. И мгновенно стирается из памяти, так что позже человек не помнит и не может объяснить только что произошедшее с ним. Это моя теория. Джефф страдает от чувства вины, и он бессознательно наказывает себя за это. Чувство вины? Я не понимаю, о чем вы говорите. В чем он виноват? Его невеста погибла год назад в автокатастрофе. А за рулем автомобиля сидел он. Любой человек почувствовал бы себя ответственным в подобной ситуации, даже если был бы невиновен. И тем более, когда чувствуешь причастность к смерти женщины, которую любил. Теория вполне ясна. Да. Вы можете дать мне слово, что поговорите с ним? Нет. До пятницы я не буду говорить с ним. Я должна подумать. Я буду очень осторожна, но обещайте, что и вы пока ничего не станете предпринимать. К сожалению, я не могу вам приказывать, но все-таки настаиваю, что любое промедление может стать очень опасным. Очень. Я буду осторожна, доктор. Надеюсь, мисс Фостер. Спасибо. Он должен быть сумасшедший. Спасибо большое.
Здравствуй, Джефф. Здравствуй. Валет пик. Несчастливая карта, как черная кошка. Карта покойника. А для женщин тоже есть такая карта? Дама пик. Как раз сегодня я ее вытащила. И что? Когда я стояла на остановке, меня чуть не сбил автомобиль, несущийся с бешеной скоростью. Ты видела, кто был за рулем? Нет, я пыталась не попасть ему под колеса. А что это была за машина? Зеленый кабриолет. Как у тебя. Только крыша была откинута. Тебе нужно бежать отсюда, как можно скорее. Почему, Джефф? Потому что я чувствую, что что-то должно произойти. Опасность нависла над тобой, Эллен. Я никуда не поеду. Эллен, я пытаюсь предостеречь тебя. Бесполезно, я никуда не поеду. Ты подвергаешь себя опасности. Да? Значит, я этого хочу. Пожалуйста, будь осторожна. Каждую минуту. Никому не доверяй. Даже тебе? Даже мне. Что ж, мне пора спать. Майор Бэджер заедет завтра, чтобы отвезти нас в церковь. Не забывай, что я тебе сказал. Будь осторожна. Я буду осторожна. Джефф. Да? Как давно ты знаешь доктора Хадли? С тех пор, как переехал в Пайн-Клифф. Ваши отношения когда-нибудь портились? Нет, с какой стати? Ну, он считает, что гибель Вивьен могла повлиять на твое психическое состояние. Он думает, что у тебя могла развиться паранойя. Но ты же так не думаешь? Нет. Я нет. Хорошо. Спокойной ночи, Джефф. Спокойной ночи, Эда.
Джефф. Тише. Я должен был увидеть тебя еще раз. Возьми пистолет. Не бойся стрелять, если понадобится. Я хочу, чтобы завтра утром ты ждала меня. Завтра утром? Ты не должна уехать отсюда без меня. Обещаю, что без меня ты не уедешь. Хорошо, Джефф. Обещаю. Ты не забудешь, даже когда приедет майор Бэджес? Я не забуду. Хорошо. Спокойной ночи. На следующее утро мы нашли Джеффа в гараже. Когда мы вытаскивали его тело из машины, я чуть не задохнулась от дыма. Я не могла поверить в то, что Джефф пытался покончить с собой. Тело архитектора было найдено в гараже, двери гаража были закрыты, а двигатель машины включен. Он был незамедлительно доставлен в больницу, и сейчас, по заявлению доктора Реймонда Халли, жизнь Кохелина находится вне опасности. А теперь об основных новостях. Спикер Лей Борисов потребовал принятия дополнения к закону, которым будет гарантировано... Сестра, принесите еще кофе. С сахаром и сливками. Как тебе удалось пройти? Там же табличка «Посещение запрещено». Просто прошла мимо. Мне нужно задать тебе один вопрос. Ах, вот оно что. Когда тебе будет так же просто пройти мимо нее сейчас, когда пойдешь обратно? И ты не ответишь на мой вопрос? Ты хочешь, чтобы я позвал сестру? В воскресенье вечером ты сказал, что я нужна тебе. Я сдержала свои обещания. Тебе, надеюсь, не составит труда ответить на один вопрос? Только на один. Я не буду спрашивать, зачем ты тогда вечером пришел ко мне в спальню. Ответ на этот вопрос я знаю. Знаешь? Конечно. Ты хотел быть уверен, что я найду тебя в воскресенье утром до того, как ты задохнешься. Ты, возможно, не рассчитывал, что моя приедет рано. Ты очень толковая. На это ты тоже рассчитывал. Ты знал, что когда мы не обнаружим тебя в твоей комнате, я сразу же пойду в гараж проверить, на месте ли машина. У тебя есть ответы на все вопросы. Кроме одного. Зачем ты заправил полный бак? Полный бак? Ты это видела? Да. Я не заливал бензин. Я расшатывал бензонасос. Если бы ты не появилась вовремя, мотор заглох бы сразу же, как только из карбюратора вытек бензин. Но зачем ты это сделал? Так вопрос в этом? Не придирайся, почему ты инсценировал самоубийство? Ты же не думаешь, что та машина, которая чуть не сбила тебя, была случайностью, правда? Я не мог позволить тебе уехать из города. Мне оставалось только предоставить им другую мишень. Другую мишень? Себя. Если человек убивает мою лошадь, собаку, розовый куст, то вряд ли он остановится на этом. Наверняка он захочет убить и меня. Я больше не могу ждать. Он же пытается добраться до тебя. Я должен укрепить его в его желании. Я должен убедить его, что сейчас он спокойно может покончить со мной. Понимаешь? Не совсем. Я пытался покончить с собой. Об этом говорили по радио. То же самое пишут в газетах, так что если сейчас меня застрелят и вложат пистолет мне в руку, это будет выглядеть именно так, как удавшееся самоубийство. Полиция даже не будет расследовать его. Так что сейчас самое лучшее время убить меня. Держись от меня подальше. Ты находишься слишком близко. Поэтому ты хотел, чтобы я уехала из Пайн-Клифф? Поэтому я хочу, чтобы ты пошла домой и не выходила оттуда. Если к тебе кто-то придет, не спускай с него глаз. Где мне искать тебя, когда ты выйдешь из больницы? Не знаю, но я должен уйти отсюда немедленно. Я не могу ждать, пока он сделает следующий шаг. Я должен идти за ним. Выставка была в 1939 году. Летом 39 года. Где-то у меня был каталог. Вот он. Здесь все художники, которые выставлялись тогда. Абсолютно все. Список на последней странице.
Восходно. Это именно то, что я искал. Спасибо. Здравствуйте. Да. Вы мистер Стравини? Стравини, да, это я. Вы знали художника по имени Винсент Торрес? Винсент Торрес? Да. No. Нет. Винсент Торрес? Конечно, я его знала. Поразительный тип. Никакого страха смерти. Вы не помните его картину «Пожилая женщина с гитарой»? Пожилая женщина с гитарой? Нет, точно нет. Пожилая женщина с гитарой? Да, я помню, когда Торрес писал ее. Это был его ренуаровский период. Вы не знаете, кому он ее продал? Вряд ли кто-нибудь захотел бы купить ее. Это была никудышная работа. Ну что ж, благодарю вас. Не за что. Мистер Кохелин. Привет, Сью. Вам звонили несколько раз. Что-нибудь важное? Не думаю. Человек по имени Картер сказал, что он был другом художника, о котором вы спрашивали. Художника по имени Борис. Торрес? Может быть. Он оставил свой номер? Нет. Он сказал, что перезвонит около 6. С минуты на минуту. Мистер Шепард хотел видеть вас. Он все еще у себя. Хорошо. Агентство Шепарда? Да, сейчас. Это Картер. Алло. Да, это он, Винсент Торрес. Вы помните его акварельный портрет пожилой женщины с гитарой, да? А вы не помните, кто его купил? Вы уверены? Спасибо. На ловца и зверь бежит. Ты не позволил мне навестить тебя в больнице, а потом и вовсе исчез. У меня были важные дела, Бен. Ну, сейчас ты должен заниматься только собой. Я знаю, что это был несчастный случай. Ты не мог покончить с собой. Ты так думаешь? Разумеется. Ты слишком много работал в последнее время. Тебе нужно подумать о серьезном отдыхе. Да, похоже, меня ждет отдых. Вечный. Я как раз думал об этом. Признаться, я и сам подустал. Поэтому хочу отправиться в путешествие. Посмотреть мир, пока не состарился окончательно. Хорошая мысль, Бен. Отличная, Джефф. Почему бы тебе не поехать со мной? Мы прекрасно проведем время. Наконец, отвлечемся от дел, насладимся покоем. И куда же ты думаешь отправиться? Еще не знаю. А ты куда хочешь? Морской круиз был бы весьма кстати. Особенно если перила на верхней палубе корабля не очень надежные, а до воды очень далеко. И, например, смотровая площадка на Empire State Building окажется скользкой, а за спиной окажется какой-нибудь доброжелатель. Да что с тобой, Джефф? Я не думал о самоубийстве, Бен. Я не собираюсь прыгать, но я знаю, что меня могут столкнуть. Ты с ума сошел, Джефф. Ты ведешь себя как параноик. Откуда ты знаешь это слово, Бен? Вычитал в книге, где описаны все симптомы? Я пытаюсь помочь тебе, Джефф. Сядь, Бен. Садись и слушай. У тебя есть все. Твои люди готовы выполнять любые приказания. Вчера я встретился с Педро, и он сказал, что больше не работает на тебя с того дня, как сгорел мой дом. Ты отпустил его после того, как он сделал свое дело. Да, я начинаю думать, что доктор был прав. Похоже, у тебя действительно мания преследования.
Паранойя. Выучил слово, так используй его. Как тебе удалось заставить доктора Хадли задуматься о моем психическом состоянии? Ты, наверное, сказал ему, я беспокоюсь о Джеффе. И постучал при этом пальцем по голове. Я больше не хочу разговаривать с тобой, Джефф. Ты не контролируешь себя. Не стоит этого делать, Бен. Ты не ответил на мои вопросы. Неужели они такие сложные? Посмотрим, сможешь ли ты ответить на легкий. Что случилось с картиной, которая висела у тебя в гостиной? Портрет пожилой женщины с гитарой. Она висела не в гостиной, а в кабинете. А что? Когда ты избавился от нее? После того, как она выгорела, после того, как ты понял, что солнечные лучи убивают акварель. Знаешь, кто навел меня на твой след? Ты сам. Когда попытался убедить меня, что я уже не могу полагаться на свою память. Мне горько говорит, Джефф, но ты больше не можешь полагаться на свой разум. Разве? Перед тем, как отправить проект, я составил полный список того, что должно быть в нем, чтобы убедиться, что я ничего не забыл. Почему же его не оказалось, когда комиссия вскрыла пакет? Никто, кроме тебя, не мог войти сюда ночью. Я же говорил тебе, что не знал. Нет, ты знал. Я сказал тебе об этом вечером в клубе. Ты хотел уничтожить мою работу и мою надежду, потому что это все, что у меня оставалось. Джефф, это дико. Поначалу я и сам так думал. Но как только начал подозревать тебя, все сразу встало на свои места. Я даже вспомнил, как один из твоих людей был в магазине, когда я покупал бензин, и это тоже родило у тебя идею. Не так ли? Да. Это родило у меня идею. А как бы ты себя чувствовал? Я просыпаюсь каждое утро только с одной мыслью и с одним желанием увидеть тебя мертвым. Я рад, что ты все узнал, потому что ты ничего не сможешь изменить. Попробуй, скажи кому-нибудь, что я отравил твою собаку. Сжег твой дом? И что? Все будут думать, что ты сумасшедший. Я все равно, что они подумают. Мне важно, что думаешь ты. Ты был для меня как отец, Бен. И как это ни странно, таковым и остаешься. Что же произошло? Что заставило тебя ненавидеть меня так сильно? Неужели из-за Вивьен? Я сделал для тебя все, что может сделать один человек для другого. А как ты отплатил мне? Ты убил ее! Это не было убийством, Бен. Пьяный человек за рулем автомобиля. Как, по-твоему, это называется, если не убийство? Вы не имеете права входить туда. Джефф. Мистер Шепард. Это мистер Нельсон. Пожарный из Массачусетса. В прошлом году он ехал через Калифорнию. В 3 милях от Пайн-Клифф он попал в аварию. Мистер Нельсон, за рулем машины, в которой погибла девушка, сидел этот человек. Он велел мне молчать, когда оплачивал мой ущерб. Хорошо, говорите. Нет. Это был не он. За рулем сидел тот парень, который стоит сзади. Кит? Спасибо, мистер Нельсон. Я старался уберечь тебя от этого, Бен. На том предсвадебном вечере, который ты устроил, я хотел поговорить с тобой, но в зале было очень шумно и душно, и я вышел глотнуть свежего воздуха. Я искал Вивьен. И нашел их. Они разговаривали. Для меня в этом не было ничего неожиданного. Это продолжалось уже несколько лет. Он объяснял ей, почему не может жениться. Потому что Додо не даст ему развод. Тогда Вивьен сказала, давай убежим, не дожидаясь развода. Уверен, что должен остановить их, если смогу. Он несся с бешеной скоростью. Я
Я пытался догнать его, но Кит вел машину как безумный. Мы уже приближались к перекрестку с магистралью. Они не видели встречной машины. Я понимал, что столкновение неизбежно, но ничего не мог поделать. Я выскочил из машины и побежал к ним. Он сказал, сделай что-нибудь, помоги ей. Но ей уже никто не мог помочь. Оставалось только одно. Я велел ему сесть в мою машину и уезжать. Я не хотел, чтобы ты узнал, как она погибла. И какой она была на самом деле. Вивьен. 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 Мне жаль, что ты это услышал. Даже теперь. Вивьен. Ты всегда получала от меня то, что хотела. Ты была самым главным в моей жизни. После того, как твоя мать сбежала от нас, она не была хорошей. Я не говорил тебе. Но она была очень плохой. Теперь и ты хочешь сбежать от меня. Ты такая же, как и она. Джефф. Он думает, что... Я знаю. Я не допущу этого. Я убью тебя. Я убью вас обоих. Нет. Плечо. Бен, положи пистолет. Положи. Ты убежала. Ты убежала. Наконец-то ты разлучил нас со стариком. Мы тебе от этого что? Ты раньше не мог рассчитывать на его деньги, а теперь подавно. Он стал тупым, осел. Убирайся! Убирайся из Пайн-Клифф! Убирайся! Навсегда! Доктор Хадли, вы не могли бы приехать сейчас в офис мистера Шепарда? Да, это очень срочно. Да. Спасибо. Все хорошо, Бен. Все будет хорошо. Виви. Но доктор Хадли, как наш больной? Превосходно. Никаких осложнений, никаких инфекций. Возни было не больше, чем с мизинцем. А я-то думал, что у меня ранено плечо. Это тебе больше не понадобится. Отлично. Через неделю будет как новенький. Расскажите мне о Бене. Видите ли, Эмилия, Бен изначально был психопатичной личностью. Я, конечно, подозревал это. А сейчас у него наступил катарсис, как это называют психиатры. Он выпустил все свои переживания наружу. Эллен помогла ему. Со временем он выправится. Я так думаю. Рада это слышать. Что ж, мне пора. Больные ждут. Я провожу вас до машины, доктор. Эллен, Джефф, до свидания. До свидания, доктор. Пока, док. Now, а теперь, барышня, следуйте за мной. Эллен. Да, Джефф. Я хочу спросить тебя. Да, Джефф. Расскажи мне, пожалуйста, как ты нашла этого пожарника? Я взяла его адрес в полицейском участке. И что тебя натолкнуло на эту мысль? То, как ты вел машину тем вечером. Если бы ты был тогда за рулем, то не стал бы так беззаботно проезжать мимо того места. Уж во всяком случае, не в такой же ситуации. Не в то же время суток и не на той же машине. Ты очень умная. Нет. Да, ты очень умная. Нет, я глупая.
Я думала, что ты любил ее. И продолжаешь любить. Я никогда и никого не любил, кроме тебя. Thank you.